Коллеги, вновь мы на выставке ProDexpo 2021, и у нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Меня зовут Артем, мы представляем компанию Ecoland, мы занимаемся экологическим сырьем и продукцией из экологического сырья. Расскажите, пожалуйста, где ваше производство и что конкретно ваш продукт? Наше производство находится в Кирове, уже представлены на полезном продукте в Кирове сеть орехи и специи и в других. Плюсом мы представлены сейчас на маркетплейсах, таких как Wildberries. Сейчас заходим на Озон, скоро будем на Алиэкспресс заходить. Вот. Мы делаем сибирскую чагу, чага-чай, делаем экстракт из сибирской чаги. Вот. Расскажите, получается, чагу вы собираете, вы закупаете где-то в других регионах или собираете прямо у себя? Мы собираем сами, собираем у себя. Расскажите, получается, два разных продукта из сибирской чаги, они отличаются, вот я вижу и по цвету, чем они отличаются, наверное, как технологии приготовления? Чага-чай, допустим, сибирская чага, это чага-чай. Он отличается тем, что, например, экстракт сибирской чаги, он кристаллический, он и больше идет как кофейный напиток. Сибирская чага, он уже больше идет как чай. И при экстракте сибирской чаги проходит определенный метод сушки, такой, что при этом методе сохранятся все его полезные свойства, все полезные вещества, ферменты. И за счет этого в нем сохранится все самое-самое ценное, все, что есть в чаге. Да, расскажите, то, что мы держим в ручках, это уже конечный продукт, который уже конечный потребитель может купить и пить, или нужно с чем-то его смешивать? Да, конечный потребитель уже может прямо сейчас взять, засыпать, размешать, заварить и пить его, употреблять. Ваша компания занимается еще и просто поставкой чаги для разных отраслей, да? Да, да, мы еще поставляем чагу, просто не как чай, не как что-то, а просто поставляем фармацевтическим компаниям, заводам по переработке сырья. За 2020 год, во время пандемии, мы продали более 100 тонн чаги. Кстати, наша упаковка является 100% экологичной, за счет чего? Внутри находится полипропиленовая вставка, она считается экологичной. Также идет крафт-бумага, также идет экологичная упаковка. И за счет этого продукт может храниться 3 года. То есть для дистрибьюторов, для супермаркетов это очень выгодно закупать у нас, потому что в основном запаковывают в полиэтиленовые пленки, которые и портят и вкус чая, полезные его свойства, и срок хранения его уменьшается. И пить чай из полиэтиленовых пленок я не рекомендую. Поэтому мы делаем именно из экологичных упаковок. Здорово, нынче тренд на ЗОЖ и правильное питание, и я надеюсь, крупные ритейлеры заинтересуются вашим продуктом, и скоро конечный покупатель в ближайшем магазине с удовольствием будет пить эти напитки полезные и собранные с любовью. Спасибо вам большое. Благодарю вас.